Здравствуйте! С вами педагог танцевального коллектива «Ритмы танца» школы 1420 Жамлиханова Алла Харисовна. Перед началом занятия обратите внимание на правила техники безопасности, надевайте удобную одежду, и мы можем начинать. Тема сегодняшнего занятия – народно-сценический танец «Двойная веревочка». На прошлом занятии мы с вами выучили простую веревочку или одинарную. Двойная веревочка очень похожа по технике исполнения на простую веревочку, но добавляется удар полупальца. Встаньте лицом к вашему домашнему станку в третью позицию. Сначала попробуем разобрать сам удар. На И рабочая ножка доходит до положения под коленом, затем опускается вниз, но не переходим на нее. Ножка делает удар подушечкой рабочей ноги, и только затем идет переход на другую ножку. И удар, переход. Попробуем с подскоком. И удар, переход. И удар, переход. Делайте удар легкий. Легкий, не нужно вколачивать сильно в пол. И удар, переход. И удар, переход. И удар, переход. И удар, переход. После того, как вы проучите это движение лицом к станку, можно выучить его, держась одной рукой за станок. И только затем вы переходите на середину без опоры. Веревочка с переходом на всю стопу. Из третьей позиции правая нога делает веревочку, левая нога выходит в сторону с вытянутым носком на 45 градусов. Делаем переход на левую ножку, правая приставляется сзади. То же самое с левой ноги. Веревочка, переход. С полупальцами. И раз, два, три. И раз, два, три. То же самое делаем с двойной веревочкой. И таким же образом делается веревочка с переходом на ребро каблучка. И раз. Выносится нога с согнутым подъемом. Два, три. И раз, два, три. Попробуем сделать это под музыку. Хороших занятий и удачного дня!